Всем снова привет, меня зовут Роман, и мы продолжаем проходить игру Dead Space 2. Ну что ж, давайте продолжим. Давайте посмотрим, что сейчас у нас будет здесь. Ой! Мать! Мать твою! Вашу ж налево. Господи. Фух. Да. Хорошо. Что-то дырки. Откинем туда что-нибудь. Интересно. А, не влезает. Ладно. Хоп. Давай. Оп, малые, привет. Так-то. Okay. Чего сторон обложили, твари? Вот так. Малые. Я их давно и не играл. Как давно? Один день назад я не играл. День назад. Без ветру баре. Ууу, средняя птичка, это хорошо. Я понимаю, что нам нужно к двери. Ну, what the fuck? А, не, мы здесь уже были, ясно. Хорошо. Угу. И пока можно сказать, что... давайте соберем, что ли, как и на Максимке Пейне. 1000 просмотров. Так, да. 1000 просмотров к этому видео. Мне будет очень приятно. Да и вам, наверное, увидеть такую кругленькую цифру куда. Скорее всего. Не забывайте, конечно, ставить оценки к роликам. Я лучше, наверное, здесь с мышкой побегаю. Я боюсь, как сейчас швально, я как выпрыгнет, Дулин в красных труселях. И будет мне так и манить, манят и манят, демоны. Ой, господи, что происходит? Сейчас же... Ой! Детишки! Ой, господи! Ой, манят! Вон, гад. Со спины! Больно. Ой, скотина! Ой, плевун! Пошел! На. Есть. Ой, секунду, мне звонят. Итак, продолжаем. Очистка завершена, как это приятно. Так, все. На! Видите, сколько лута здесь. У нас будет. А где детишки? Детишки, а в них ничего нет. Братюня, тебе ничего нет? Блин, почему я в Dead Space так мало друзей? Я, ну, ё-моё, а чё такая игра? Да он и меня беспокоит. Если так, честно. Ой! Я что-то аж поперхнулся. Господи. Фак.
Ой, я аж поперхнулся реально. Вот. Ой. Страшно вообще. Как-то эта серия вообще спонтанно началась. И, наверное, она плавно закончится, как говорится. Так. Ну, вы подумайте насчет 1000 просмотров. Так что заходите, ставьте лайки, комментируйте. От этого зависит популярность моего творчества в общем и целом. Чем? Фак, я сохраняться что ли могу? Могу. Если просто много просмотров будет, то больше подписчиков, больше видео от меня, разумеется. У нас есть один узел. Что я могу купить? Так. Я могу продать вот эту... А, не, не продам. Нафиг, нафиг, нафиг. В смысле, я чуть не пойму. Не-не-не, нафиг надо. Так, приобрету вот это. Все. О, каюшки. И буду экономить. Буду, так сказать, беречь. Нажитое. Привет! Ой! Ух ты ж! Маленькая скотина! Е-е-е! На тебя, сволочь! Фак, рюкзак полный. Как-то мне не страшно. И сейчас не страшно. Ну, когда вот так я их убиваю. А прям снайпер. Снайпер элит отдыхает. Блин, мне... Стазис кончился, зашибись. Ах, это приятно. Да у тебя нет стазиса. И чё? А, мы поехали. О, класс. Это хорошо. Ты там как? Я в норме. Класс. Ай, как я сегодня счастлив. Наконец-то погода в моем городе более-менее наладилась. Но опять даже не будет. Так и шо? Шо мы так будем долго ехать? Крэп. Ты... Я б... Азик Крэп сказал еще в начале... Игры, мать твою! Мать твою! Страшно, тварь! Вот так. Страшно, твари! Ой, я вперед иду! Ой! Кто-то, блин... Ой, господи, ай! Ой, тварь, тварь, тварь! Шваль, падаль, падаль, падай, падай! О, да! Так, это топливо для огнемета, мне огнемета-то и нет, зачем мне оно... Видимо, оружие будет что надо против таких мразишей. Силовый блок. Хм, так чё? Не, не такая клавиша. А чё-нибудь выкинуть, что ли, я? Нет, надо что-то выкинуть. Силовый блок, видимо, он мне пригодится.
Вот это я выкину. Пусть. Возьмем силовой блок. Влезет? Не влезает. Печально. Откроем. Мало ли. Может пригодится он нам. Нам бра... Нет, я хочу туда теперь. Ну или сюда. Какой пряник. Вкусный. Прям везет. Мать вашу. Уй! Ай, бомбарь! Бомбарь! Нафиг пошел нафиг! Еху. Вот так в говно просто все. Есть. Берем. Все беру, все беру. Ой, дайте мне выдохнуть. О, стазис. Класс. Открывай. Айзик. Так. Опа. Нащёль, все, я. Так, дальше идем. Чё за свиной стон? Ты чё за мэн? What the fucking do it? А? На, на, Мисилова, на! Вот гнида, а. Ты чё со мной дружить не хочешь? Ублюдок. Какие ублюдки, а? Чего ты все? А-а-а, блин, я думал, нет, есть замедлялка. Фигня. Её нет было. Печально. Все печально, все печально. Айзек, не сдохни. Только не сдохни. Прошу тебя. До первого чекпоинта, потом хоть... Потом хоть, не знаю, хоть умирай, блин, на 100 раз. 105 раз. Так, забираем все и берем пулемет. У нас 400 патронов. И это, по-моему, шикарно. О, сохранялочка, это хорошо, сохранялочка, что есть. У нас уже 10 глава, и я что-то очень быстро говорю, как я понимаю, да? Надо помедленнее. Окай. О, господи. О, лезвие труборез есть. Не, ну тут кто-то вообще... Дерьмом таким срал, тут подивоняет. Это жестоко. Ладно. Сыц. Узелок. Я в первую очередь всегда ее беру. Изыди. Я тебя боюсь. Знаешь, как я здесь боюсь вообще? Чё, вылезешь? О, там что-то есть. Класс. Айзеку вообще все равно, что ты ему говоришь. Я в углу забьюсь. Я вообще в углу забьюсь. Ну, посмотреть ничего. А я тебя не люблю. Прикинь? Я тебя уже не люблю, монстр. Монстр жуть. Ну чё? Долго ты базарить чё будешь, нет? Всё? Бабуля. Какие с ними метаморфозы случаются вообще? Всё. Но она реально что-то употребляет. Либо ты, Айзек, что-то употребляешь, что ему так торкает. Но мы вроде еще ни разу не видели, что... Он что-то употреблял, значит, выходит, что это она, наркоманша. Ну, это реально, это... Не знаю. Это что такое вообще? Я не понимаю. Баблонская. Так, я, видимо, правильно... В правильном направлении еду. Сразу меня выше поправили, да и все.
Ох ты. Так, тут стена. Тут стена, ну не страшно, если что, я бомбу кину. Вот так. А что это было-то? Тут стена. Тут стена. Ну как, игра-то коридорная, тут везде стены. Опа, тут нет стен. Тут и пола не особо-то нет. А вон что-то есть. Ох, там током так как шараш. Новые монстры, видимо, будут. Да-да-да. Ну как я мог сомневаться, а, вообще? Ребята, это игра... Тут сомневаться-то не чем 100-90. Тут бежишь-бежишь. Только надо верстак еще найти, кстати, с магазином. Так, надо... Так вот сделать. Ой, господи. Я косой, я косой! На-на-на-на-на-на-на, родной. Я тебя тоже очень сильно люблю. Как ты на меня, наверное. О, что сейчас будет? Нормально. Молодец. Всегда вот так. А, сразу тебе. В щи. Наверное, я зря сделал. А, прям на меня, прям. Зараза, а. Тварь, 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 тварь. Ты, он просто... Fuck you, bitches. Ой! О, прям тебя в морду этой фигней. Дал. Я вас ненавижу, я всех вас люблю. Ну, кроме вот этих, которые со спины отбили. Вот так. Вот так. Капец ты живучая, скотина. Зараза, какая живучая. Вообще, оверстак. Класс. У нас три узла. Вот, кстати, здесь модуль. Энергия. Значит, такое время. Не, время пока не надо. И КС. Ущерб. Или вот этой. Я больше импульсный. А. О, вот это хорошая вещь. Я ей часто, кстати, пользуюсь. Печально, что у меня больше этих узлов не осталось. Ну, придется еще искать. Ну, ладно. Ну, как бы и этого хватает. А, нам все равно туда, ясно. А там могло быть что-то хорошее. Фак. Блин, я... Ну я мог... Жадность фрая разгубила, реально. Блин. Блин, блинский. Бежим. Бежим навстречу приключениям. Так, что у нас здесь будет? Здесь у нас опять... Ну, здесь у нас опять глюки Азика. И его, в кавычках, супруги бывшей. Которая не хочет разводиться и делить имущество. Как обычно все люди делают. Она... Она хочет убить его. О, что-то... Взять нельзя? Нет.
она его тупо хочет укокушать. Чекпоинт. У, магазин. Магазин. Я что-то уже как-то не так говорю. Магазин. Так вот. Ладно. Так, огнемет. Такая ерунда, по-моему, этот огнемет. Так, это возьмем. А, недостаточно кредита, зашибись. Первый раз такое. О, и сейф. Чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Родной. Фак. Но, сохраняйся. Ой, ну, сегодня была серия довольно короткая. Не забудьте подписаться на мой канал. Опа, нам некуда идти, видимо, да? А, нам, не, нам туда. Поставьте лайк. Оставьте комментарий. Если труборезы. Оставьте комментарий, что там еще. Расскажите своим знакомым, что их... Чтобы они тоже посмотрели, поставили лайк и оставили комментарий. Но с вами был Роман. И Айзик. Как тебя там? Кларк, по-моему. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.